Эмблемы различных видов спорта впервые были разработаны для Олимпийских игр Токио в 1964 году, хотя попытки предпринимались еще в Мельбурне в 1956. Но в Японии данный вопрос стал остро, когда страна-организатор игр столкнулась с проблемой встречи большого числа участников и зрителей из разных стран, совершенно не владеющих умением читать иероглифы. Появилась насущная необходимость обозначить виды спорта и гражданские указатели примитивной изобразительной символикой. И в Токио было разработано 20 спортивных и 39 общих информационных пиктограмм. Справочная информация, медпункт, полиция, банк и другие. Пиктограммы были оценены намного выше многоязычных указателей, и их использование получило свое дальнейшее развитие. На следующей Олимпиаде в Мехико 68 года была представлена обновленная концепция пиктограмм. На них изображение спортсменов сменилось указанием инвентаря или атрибутики вида спорта. Например, весла, боксерские перчатки, шпаги и прочее. Но наиболее полноценную концепцию разработал в Германии к играм в Мюнхене в 1972 году директор графических искусств Отто Айхер. Его идея простейшего геометрического стандарта в изображении фигур спортсменов является непревзойденной до сих пор. Он разработал 207 спортивных пиктограмм, включая даже такие дисциплины, как паркур, метание дротиков и черлидинг. Огромное число указателей общей информации. Его система использовалась без изменения в Монреале в 1976 году. Международный олимпийский комитет решил выкупить данную разработку, но цена оказалась немыслимо высокой. Тогда было решено дать возможность каждой стране, встречающей очередные олимпийские игры, разрабатывать собственную группу пиктограмм в общем художественном ключе с уникальной эмблемой. Концепция Айхера была доведена до совершенства советским художником Николаем Белковым для московских игр 80-го года. И, по моему мнению, именно эта отточенная версия является самой лучшей из всех существующих. Что ж, уверена, мы с вами живем в том самом периоде, когда олимпийские пиктограммы как значимый элемент творчества принимающей стороны видоизменяются и дополняются на свое личное усмотрение. Однако главная идея пиктограмм в том, чтобы быть понятной всему международному миру, не напрягая мозг. И я уверена, наступит таки день, когда олимпийские пиктограммы закрепят за собой группу единственного варианта. Это было бы удобно. А пока можно начать рисовать свой. И кто знает, быть может, именно ваш вариант послужит началом новой жизни олимпийских пиктограмм. Подписывайся и присылай мне свои рисунки в Инстаграм на streetsport66. С вами была я, Ксения, на Спортивной улице.